Так, видеообзор на электромясорубку Polaris. Здесь все рабочее. Комплектность. Это для набивания всяких сосисок с RDL. Это другая насадка. Это я не знаю, что это. А это пропуска. Ну вот. Вытаскиваю. Полностью новая, не использовалась. Есть коробка. Лезвие чистые. Посмотрим. Все рабочее. Перевернуть, шильдик вам показать. Вот, посмотрите, шильдик здесь 50 ватт. Такая мясорубочка.